Представляем набор для ультразвуковой чистки лица. В состав набора входят профессиональные средства для проведения чистки лица. Это гель очищающий, мягкое неагрессивное средство для очищения кожи лица, снятия макияжа, а также для эффективного удаления кожного сала. Гель для дезинкрустации, средство для холодного распаривания, эффективно разрыхляет эпидермис. Лосьон для дезинкрустации – жидкое средство, которое помогает абсорбировать загрязнения во время процедуры. Правила использования. Шаг первый – поверхностное очищение кожи. Несколько капель геля очищающего – вспениваем и массажными движениями мягко очищаем кожу. Если нужно, этот этап можно провести 2 раза. Следующий шаг – холодное распаривание. Небольшую дозу геля наносим на кожу средним слоем, где-то 1,5 мм. Закрываем кожу осмотической пленкой или специальной полиэтиленовой маской. Оставляем на 15 минут. Пока длится время аппликации, приготовим лосьон, емкость и веерную кисть. Третий шаг – непосредственно сам УЗИ-пилинг, который стоит проводить по инструкции к вашему аппарату. Аккуратно освобождаем поверхность кожи от пленки, наносим при помощи веерной кисти лосьон и непосредственно проводим саму УЗИ-чистку. Первый этап мы проводим и по УЗИ-гелю, и по лосьону. Следующие 2 прохода только по лосьону. В завершении процедуры хорошо очистить кожу от остатков средств при помощи салфетки и воды.